Новый образовательный центр скоро появится на базе жилого комплекса «Спутник» в Раздорах. Он рассчитан на 825 мест. Сегодня на объекте 53 рабочих и 6 единиц техники. Строительство идет полным ходом. Глава округа Андрей Иванов осмотрел здание будущего образовательного центра. Планируете открывать учебное заведение или вот сдача как объект? У нас есть сдача где-то в июле и планируем там в сентябре постараться открыть. Готовность объекта пока 50%. На сегодняшний день продолжаются фасадные работы и остекление. Также рабочие сейчас проводят инженерные коммуникации, отопление, вентиляцию, водопровод, канализацию и электроснабжение. Эмилия Реклян, телекомпания «Одинцова».